Доброе утро, мои дорогие. Вот хочу представить вашему вниманию вот такое кашпо. Из бетона. Вот такой получился каменный цветок. Кому интересно, давайте посмотрим, как это делается. Сразу говорю, идея не моя. Это я подглядела у бразильцев, у моих любимых. Но у них там без перевода. Может быть, не всем понятно. Поэтому я взяла на себя эту миссию. Ну, захотелось, во-первых, и самой сделать. Ну и вам показать, само собой. Так, еще один совет. Не забывайте водой прыскать. И на солнце ни в коем случае не сушите. Быстро слишком высохнет, все потрескается.
Сейчас буду делать дно вот это. И для него я уже цемент с песком мешаю. Ну, а теперь жиденьким промажем еще разок вот это все. Промазывать надо будет еще несколько раз. Подсохнет, уже можно будет ее перевернуть. И в других местах там подмазать. Сейчас я ее в тенек уберу и буду брызгать опять постоянно. Хорошо тебе, Филька, на солнышке, да? Не забываем брызгать. Прошли сутки. Начинаем опять. Итак, раза два в день надо промазывать. Чем больше намажете, тем крепче будет. И водой несколько раз в день. А тут купил цементу и вперед. Так, ну что, пришло время изнутри мазать ее. Сейчас мы ее побрызгаем. Потом высохнет, как промажем. Опять побрызгаю водой и опять намажу. Ну что, начинаем красить. Цвет у меня вот такой. Ой, цвет, конечно. Такого цвета. Ну вот, на следующий день высохла моя краска, но мне этот розовый цвет совсем не понравился. Я ее еще вот такой эмалью сверху покрасила остатками, правда. Теперь буду низ красить. Крашу я, что есть. Вот эта вот краска, я ей крашу
трубы от печек. Вот, сейчас. Я все равно потом все это буду лаком яхтином покрывать. От дождей, от всяких осадков, от снега. Тут хоть... Ну вот, покрасила. Пусть сохнет. Ну вот, покрасила я. Еще золотом прошлась. Это низ такой черный, тоже немножко золота. Ну и, собственно, все. Я ее покрою лаком яхтиным, но это будет дня, может, через три, когда она как следует просохнет. Ну, вот такая вещь получилась. Вот, кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. Еще много чего сделаем, я надеюсь. Мне нравится.